Дамы и господа, здравствуйте. Чё время-то у нас? Ближе к ночи уже только добрался до турнира. Так, вот такая оборона, да? Как обещал, вкачал я вам Гриффина, вот он. Сравниваем. 866, почти 700, 1200. Чао. 730, 700, 1220. Ну тут вот атаки, конечно, в два раза больше. Давайте стойте рядом, посмотрим. Что умеете? Так, кабана возьму. И буду рубить желтым моноцветом. Больше нет никого. Так, отряды одинаковые дам. Единичка, единичка вот есть. На атаку и критовые. Плюс 3900 у меня получилось. Да, погнали. Камни будут очень больно бить. Во всяком случае. Триста тридцать. Хрен кинул, блин. Вот Ригард сразу уйдет. Тут даже думать нечего. Так. Кирилл. Сарычев. Зарядился. Ой, Лисю, жди. Блин, не дождется она. Да. Кончились ходы. Сейчас больно будет. Гриффин уже сдох. Кстати, я пока кидал, короче, смотрю, а Гриффин-то уже сдох. Камни подрулили. Сейчас убивать меня будут. Так. Раз. И зарядилось только два. Блин, и Чао сдох. Да ты что такой? Не дожидаешься-то, а? Ребят, так а что, почему у меня не получилось? На себе. Ладно. А, ну я сейчас выкуплюсь. Так это не показатель. Сейчас сразу камней будет много. Погнали. Так. Хрен знает, что. Давайте вот так скину. Буду опять баловаться. Я опять, походу, перебаловался я немножко. Так, вот Гриффин. У него ульта называется, он обходит... Контратаку нельзя отразить. Но камни в него летят. Да, камни в него летят. Да, и очень больно летят. Но он умеет обходить контратаку. Бонусов у нас никаких нет. Куда ультануть? Давайте в кабана. У него мало брони. Сколько даст первой ульты? 630. Я хрен знает, много это мало. Мне кажется, это мало, ребят. Кабаном подхилились. Блин, контратака больно бьет. Сколько она еще ходов будет? Один ход осталось. Ладно, подождем один ход. Так подрезали раз. Так подрезали два. Тут желтый был, можно было желтым добить. Ну и в общем в этом желтом моноцвете никто камень не усиливает. Нужно же бафы ставить. А бафы тут никто не ставит. Так, вот, смотрите, двое опять зарядились. 970, 820. Броня разная, конечно, тут. 600. Фу ты.
Забыл. Четыреста, ну в разы меньше, конечно. Хотя у Гуленбурсти броня гораздо меньше. Но можно было посильнее, конечно, ударить. Ладно, еще тестим. Мы сейчас возьмем усиление. В виде кого? Ну ладно, вот это быстро можем взять. Ригард и Митрин. Да? Да. Так, так, так. Надо начинать думать, ребят. Просто так ходишь, почему-то умираешь. Чуть-чуть хотя бы. Так, так. Ну вот тут прокинем. Лисюха зарядилась. Думал, не помогло. Как посоветовала, почему-то сходил. Так, ну желтые вот соединяются. Это ниндзя, как приятно, да? Не всю ману ты у них можешь отобрать. Блин, не добили. Ладно, хоть так. Так, фиолетовый в пустоту. Мало, да? Мало. Так, желтый вот так аккуратненько, чтобы никого не зарядить. Так, ну бьющий один, поэтому сюда. Запретен. Сколько у него здоровья? 690. Он как раз вот убьет, получается, шотер. Ё-моё! У него уклонение, он класс поменял. Ладно, чао, поработай немножко. Так, вот одна фиолетовая, да. Блин, один хрен зарядился. Да опять мне не хватило, да что ты за лошара-то такой, а? Почему камни-то считать ты не умеешь? Я так искренне надеялся, что заряжусь пораньше. О, ребят, я, короче, не знаю, как что-то у меня с войны началось и не идет. Так какой войны со вчерашнего дня, по-моему, началось? Этот-то точно не уклонится. Ну давай. 830. Блин, ну тоже не убил. Да. Не тот эффект. Хотелось сразу, чтобы валил он. А он не валит. Ну хотя бы быстрый, да, и то вперед. Но его ульта-то не имеет никакой подоплеки, то есть ману он не режет, просто контратаку обходит. 700. 500. Но для этого рейнджеры есть, они хотя бы и камни обходят. Короче, мой вердикт пока что такой, на троечку с минусом, ребят. Беда в том, что желтых четверок больше нет. Качать-то все равно некого. Сколько я играю, желтых вот. Чао единственный, блин, больше качнуть некого. Что с полянами-то у меня сегодня? Дайте мне, я вот добью уже это все дело. На вот, помирай. Навалило синих. Все, желтый есть. Че, куда спрятался? Ты пожелтел, видели? Как-то по-другому. Пойдем еще, пробуем. Вот смотрите, девочки две стоят по краям, которые себя диспелят. Тут же нет могильщика, это что тут себя диспелит-то? Голос пропал куда-то. Жара.
нас на Урале первый раз в жизни в мае жара. Я еще в отпуск пошел вовремя. На юг хотел улететь, а сейчас уже я никуда не лечу, потому что тут тридцатка стоит. Так, что вы тут сдвинули, чтобы вот эти соединить? Не вижу. Какая-то нить иногда теряется, иногда так хорошо идет и понять не может. То ли везение действительно, то ли соображаешь. Хрен ее знает. Сейчас лисю по мне лупанет. Эх, да лисю бы ультануть. Но нет, придется подождать. Блин, улетело. А я теперь буду их собирать. Щит маны, смотрите, а там эти две козявки заряжаются, действительно, которые диспелят. Ладно. Так, как советуют. Зачем? Не надо так. Блин, надо желтый соединять. Один хрен. Че тут я не мудрил бы? Надо добивать хоть кого-нибудь. Да уж. А ну вдвоем положите, нет? 500. Блин, ну это слезы, конечно. С зайцем не сравнить, вот, например, да, я бьюсь. Там ультанул, половину лежит. А тут что вот, он даже не уклонился ни разу. Сволочь такая. Ну, давайте тут заблокируем, камни поищем. Расчехляют меня. Чао, давай ману подрежем. Ага, подрезал японский городовой. 4 тычки, 3. Затыкали, короче. Не работает желтый моноцвет, в этом видео точно можно написать. Я хрен, я-то еще хуже, по-моему, не играл. Я так много, по-моему, вообще ни разу не проигрывал. Кто там видео мои смотрит давно. Так, чао я выкидываю, вообще не помогает. Давайте лисю возьмем. Она тоже не помогает. В 2 хила как минимум. Что тут? Сабина будет на нас вешать. У них усиление, Тибуртус, атаку. Да, вот так хотя бы. Так, ну мне начали камни давать. Всякие разные. Чтоб я, видно, не заплакал. Ну давайте вот так. Так, теперь вот фиолетовый нам потихоньку начинает собирать. Атаку срезаем. И хрен знает, что делать. Так, вот желтый. Оп. Вовремя. Вообще пойдет. Накрыли. Щит маны, блин. Ну и Гриффином, да, давай. 760. Да я опять не добил. Полностью ведь я тебя вкачал в эту, в атаку. Целую ульту отдельно на него. Короче, херня, ребят, получается. Я не знаю, нравится вам, нет. Напишите в комментариях. Блин, желтый, фиолетовый, не добиваем. Да.
Да что такое? Короче, палец, если чуть-чуть мокрый, камни вообще неправильно двигаются. Хочешь одно, оно другое. А жара страшная. Да она на меня запрет повешала. Вот такая зараза. Будем бить просто так, значит. Так, ну вот желтым добьем. Конец-то. Так, так. Еще живая, блин. Лошадиная или кто ее назвать-то не знаю. У меня реально мозг перегрелся, жарень. Я форточку еще закрыл. А то там болтали, стояли под окном. Короче, ребят, вот сколько я сегодня проиграл. Раз, два, да? Но это никуда не годно. Ладно, по Гриффину выводы сделали, можно выкидывать. Следующего качать. Все, ребят. На этом. Пока-пока.